Железнодорожники обсудили с представителями общественных организаций развитие Байкало-Амурской магистрали на участке Северобайкальск-Тыя. Эту встречу провели согласно плану общественных слушаний по охране окружающей среды в границах Восточно-Сибирской железной дороги. Сейчас идет разработка проектной документации по данному объекту. Участок находится в пределах водоохранной зоны, а потому внимание уделяют снижению воздействия на окружающую среду. При этом в ходе реконструкции вырубать лес не планируют. В 2021 году заканчиваем участок строительства от станции Северобайкальск до данного разъезда на 1053 километре. И сразу приступаем к строительству участка от Тыи до 1053 километра. То есть в 2023 году перегон Северобайкальск-Тыя будет полностью двухпутным, что позволяет увеличить пропускную способность до 33 пар поездов в сутки и увеличить провозную способность до 50 миллионов тонн в год. Я не первый раз тоже присутствую на этом мероприятии. Хочу сказать, что предельно открыто на любые вопросы, которые мы задаем, нам либо, если не сразу ответ готов, то он в процессе будет подготовлен, в общественных слушаниях будет озвучен. Ничего не скрывается. Мы пытаемся узнать абсолютно все, особенно то, что интересует экологией и безопасности нашего озера Байкала.